Привет, друзья. Все, еду я в больницу. Не знаю, положат меня сегодня или нет. Кстати, хочу сказать то, что когда я буду лежать в больнице, возможно, мои видео будут с водяным знаком. Водяной знак – это просто вот та программа, где я монтирую. Точнее, моя резервная такая программа, где я монтирую видео, когда у меня нет доступа к моему компьютеру. Поэтому там у меня просто она бесплатная, и ее как бы не авторизовала, поэтому там будет водяной знак. Я думаю, он вас не будет смущать. Поэтому такое. Я вот вышла, мне сейчас надо такси ловить. У меня, я как всегда, тороплюсь. А у меня пакет порвался. Я набрала с собой рюкзачок. Саша, спасибо. Рюкзачок. И пакет порвалась, ручка у меня. Хорошо успела спустить по лестнице. Попросила Риту скинуть другой пакет. Он вроде тряпочный, я думаю, не порвется. На самом деле там ничего особенного нет. Там полотенце, халат, посуда, штаны. Что, косметичка. Здесь у меня просто все не влезло. Здесь у меня медицинская книжка. Что, бутылка для воды и еще что-то. А, полотенчики. В общем, буду сейчас перекладывать. Я не знаю, опоздаю, наверное, или нет. Нет, не получается у меня установить камеру. В общем, ладно. Она что-то у меня падает, не держится. Куда бы ее? Ну, не держится. Скользит. Еще ухо вам свое в камеру засунуло. Ладно, потом включусь. Все, прекрасно. Просто пакет переложила в этот пакет. Но только здесь ручки очень длинные. Мне будет неудобно нести. Будет волочиться. Ну, не знаю, может быть, мне тут... Да, что, сейчас такси вызову. Таксист, я думаю, поможет. Там потом до кабинета как-нибудь дойду. А если потом, если меня положат уже в больницу, если я сегодня домой не поеду, то, я думаю, мне кто-нибудь поможет донести мои сумки до палаты. В общем, я буду вызывать такси. Тороплюсь. В общем, ладно. Такси вызвала. Через 6 минут приедет. Время без 20:11. Но она сказала с утра. Она не уточнила время. Она сказала с утра. Я ей написала. Я говорю, можно я к 11 приеду. Я сегодня спала часа 2. Все. Потому что у меня опять режим съехал. Легла я где-то в 5, будильник в 9, но заснула я где-то ближе к 7. Это точно где-то в 7 часу, поэтому я спала где-то. Даже будильник не на 9, на 8:30. Это я полчаса еще так. Уже полуспала, полу не спала. Голодная. Сказала натощак приехать. Ничего не ела. Чуть-чуть вот так попила воды. Вот. В общем, такое себе. Сижу, жду. Сейчас приедет, поеду. Немножко волнуюсь, не знаю. Что смогу, то поснимаю там. Ну, там я сразу скажу, да, то интернет, мобильный интернет, он оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли у меня будут там прям большие такие ролики. Может быть, будут маленькие по чуть-чуть. Может быть, буду Саше, другу своему давать. Он будет монтировать и заливать через свой компьютер. Посмотрим. Время покажет. Жду такси. Поеду. На улице душно. Пасмурно, душно. Капец. Я в больнице. В палате. Пришла руки помыть. Взяла мыло, мыльницу взяла, бумагу все взяла, но тут все есть. Просто я в сумкаре никогда не лежала, поэтому я на всякий случай всего набрала. А теперь понимаю, что зря. Тут и жидкое мыло взяла. Точнее, не взяла, тут есть жидкое мыло и твердое мыло. И бумага есть, и полотенце выдают, и халат выдают. Все.
все есть. Я халат взяла, полотенце взяла, всего набрала. Если бы я знала, не тащила бы столько. Сейчас обед, я как раз села на обед. Меня положили с бабушкой. С бабушкой лежу. Так, холодная, горячая. Горячая тоже есть. Все. Ой. Духота. Палата на солнечной стороне. Но там хорошо есть такие темные, типа как шторы. Ой. Салфетку я взяла. Вот. А тут выдали их полотенце такое голубенькое, хорошее. Ой, что смогу, то поснимаю. Потом попробую это видео загрузить. Посмотрим, сколько оно будет у меня грузиться по времени. Если будет долго, плохо, то придется будет друга просить. Вот, так, все. Кушать я пойду. Я уже переоделась. Вот, жидкое мыло есть, твердое мыло есть. А это я взяла сейчас, руки помыла, бумага есть. Здесь тоже бумага есть, все есть. Раковина, все чистенько. Здесь душ, душевая. Унитаз. Все, это бабушкины ходунки, вон стол, палата. Вот она моя кровать. Меня в самый дальний коридор положили. Вот. Вот шторы. Тут бабушка, показать не буду. Так, это бабушка угостила, а это принесли сейчас. Тут гречка с мясом. О, я вообще люблю больничную еду. Морковный салат, компот и суп. Таблетки я выпила, сейчас я буду кушать. Банк. Домашний. Очень вкусный бульон домашний. Я давно уже бульон не ела, так хотела. А тут вы поделились, мечту мою исполнили. Давно уже не ела бульон. Очень вкусный. У меня грыжа была. И еще мио одни ватон. Надо дальше как-то. А у меня киста. Киста, а. Яичник. Киста. Мио маварсон стыкнул. А, удалять. Да всегда по-разному, смотря что поем. Да нет, да. Сейчас сколько? 5,8, нормально. Ну сейчас да. Хорошо. Ну я просто еще пока ничего не ела, поэтому как бы еще нормально. 5,8. Все? Да, спасибо. Зачем все закрыли? Алло. Окно закрывается. Я его открываю, оно закрывается. Палату закрыли. Духота. Алло. Ладно. Так, попробуем второе. Тут суп, который я его отложила на потом.
А это я. Сейчас попробуем. Гречка, овощи. Класс. Очень вкусно. Я люблю больничную еду. Тут очень вкусно готовят, и вкус такой сбалансированный. Каждые овощи, они чувствуются. Они не забиты солью. Вообще классно. А я уже наелась. Я бульон поела и все. Из окна. Облака, там горы. Ага, горы не видно. Они там, там тучи, там дождь. Там над облаками тучи. Я пойду. Хорошо, в коридоре есть кулер. У меня так далеко от поста, от выхода. Тут еще внизу кафешка есть, в самом Сункаре. Потом есть на минус первом этаже еще столовая. В общем, тут все дела. Тут и вкусняшки можно покупать. О! Ой. О, еще одно сердечко видно. Мне вот оно, сердечко. Я не знаю, видно? Мне просто экран не видно. Вон сердечко. Пойду попробую воды набрать. Ну, блин, я это открываю, она закрывается. Попробую воды налить. Что, плохо? Дверь туалетная, она почему-то не закрывается. Капец. И открывается. Странно. Как вот палату? Зачем закрывать? Духота стоит. Ой. Так. В самом конце. Так, здесь коляски стоят, это радует. Можно будет выходить, сидеть. Когда меня аппендицит удаляли в Колкомане, я тоже выходила, на колясках сидела. Так, это тут все, везде палаты, палаты, палаты. И вот такой длинный коридор. О, здесь можно выходить, сидеть. А я что-то проходила, не обратила внимания. Ох, как хорошо. Здесь вот и диванчик, и кулер. Так. А, да я это хотела налить.
холодной воды. Но она в итоге-то не холодная. А, ну и ладно, мне сильно холодную тоже как бы нельзя. Чтобы не заболеть. А то легла в больницу, сейчас напьюсь холодной, заболею и домой. Отправить. Вроде набралась. О, так она тепленькая. Да. Классно. Хорошо. Спасибо. Все. Здорово, помогли. Так. Никого. Так, у меня палата 412. Мне неудобно, я просто криво, у меня одной рукой. Тут у меня бутылка, в этой руке телефон, под мышками костыли. Так. Воду набрала. Картина красивая. Наше озеро в горах. Большое Ломатинское озеро. Так, все, я поела воды, налила, окно открыла, палату открыла. Но все равно душно так. Вам не душно? Не душно? Нормально? А, болит? Сегодня утром пришла я. А, еще не делали операцию? Сегодня утром пришла. А, ну, попросите медсестру обезболивающее, чтобы поставили. Обязательно, чтобы не терпеть, терпеть не надо было. Подмонтировать видео. Не знаю, что получится.